Конкурс верблюжьей красоты – один из самых зрелищных на фестивале в Саудовской Аравии. В этом году в нем участвуют сотни животных. При этом есть свои проблемы. 12 верблюдов дисквалифицировали из-за применения ботокса. На конкурсе оценивают телосложение животных, их горб, голову, уши и губы, которые чем пышнее, тем считаются красивее. Так некоторые владельцы верблюдов накачали губы питомцев ботоксом. Но жюри к таким вольностям относится строго. Верблюды для саудовцев – культурное наследие. Верблюд – это старый символ королевства Саудовская Аравия. Сыновья полуострова гордятся верблюдами. В прошлом эти животные были и пищей, и одеждой, и транспортом. Раньше разведение верблюдов было для саудовцев жизненной необходимостью. Теперь это приятное и дорогостоящее хобби. Только обеспеченные люди могут выставлять на конкурс редких и красивых верблюдов. Они могут стоить до 26 миллионов долларов и даже больше. Не хочу преувеличивать, но все зависит от редкости верблюда. На фестивале проходят и другие мероприятия. Верблюжьи бега, дегустация молока, выставка изделий из верблюжьей шерсти. Фестиваль замечательный. Мы пришли всей семьей. Дети веселятся от души, а мы узнаем что-то новое для себя. Общий призовой фонд конкурсов – почти 60 миллионов долларов. Фестиваль, посвященный верблюдам, проходит при содействии короля Саудовской Аравии.